13 работодателей, больше 500 совершенно новых вакансий. Праздник труда в центре занятости решили превратить в праздник трудоустройства. И подобрали для соискателей самые лучшие предложения, причем не только в Реутове. Подробности в репортаже Юлии Абдулаевой. Еще не выпускник, но уже соискатель Дмитрий с интересом изучает предложения работодателей. На стендах несколько сотен названий предприятия Москвы, Балашихи и Реутова. Я из IT-сферы. Что-нибудь в районе помощника системного администратора. Трудоустроиться людям без опыта работы по-прежнему сложно, а тут можно пообщаться с работодателем лично и доказать способности для старта хватит. Менеджеры по подбору персонала тоже заинтересованы во встрече. Не просто предлагают вакансию, подсказывают, что можно сделать, чтобы получить работу. Мы приглашаем как лицензированных, имеющих лицензию, также, когда к нам обращаются граждане, мы оказываем помощь лицензированию. У нас есть договоренности со школами охраны, мы туда возим на учебу людей, помогаем в получении образования, свидетельство об окончании школы охранников и сдача, соответственно, квалификационного экзамена. Трактористов 2 человека, эвакуатор тоже 2 человека. И уборщиков много, человек 60, наверное, нужно. Ищут не только людей рабочих специальностей, они традиционно востребованы. На этот раз и для бюджетников предложений хватает. Нужны в городе у нас как преподаватели различных специальностей, также и учителя, врачи, медсестры, да, вакансий много. Эти вакансии сохранятся в базе и после ярмарки. Правда, теперь соискателю помогут в трудоустройстве только сотрудники центра занятости. Юлия Абдулаева, Артем Удников для РТВ.